Дорожное полотно на въезде в Сегежу ремонтируют в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Работы идут на двух отрезках пути, их общая протяженность чуть больше 10 километров. На капитальный ремонт дороги выделено 200 миллионов рублей. Укладываем выравнивающий слой асфальтобетона и после укладки выравнивающего слоя бетона устраиваем полноценный верхний слой асфальтобетонного покрытия. Также досыпаются обочины. Рабочие инженеры также поднимают дорожное полотно в местах проседания. Кроме того, предусмотрена замена 3 водопропускных труб, работы по устройству кюветов, тротуаров, наружного освещения, устройству асфальтобетонного покрытия и нанесению дорожной разметки. Будет установлена автобусная остановка и дорожные знаки. По планам инженеров, работы должны быть завершены в ноябре.